Приветствую всех на своем канале. Сегодня вместе с вами идем в магазин Fix Price. Адрес магазина — город Ростов-на-Дону, проспект Космонавта, 23Б. Зашли в магазин, а здесь уже Новый год. Пойдемте смотреть классные новинки. Красивые новогодние декоративные наклейки по 79, по 149 и по 59 рублей. Цены разные, размеры тоже. Посмотрите, какие они красивые. Шары новогодние 6 сантиметров, 6 штук за 99 рублей. Есть синий-голубой цвет и зеленый. Стеклянные елочные игрушки 4 сантиметра, 8 штук, желуди за 149 рублей. Посмотрите, какая красота. Верхушка на елку звездочка за 99 рублей, золотая, серебристая. Серебристые наклейки за 199 рублей. Цветок декоративный на клипсе за 59 рублей. В золотом цвете и в зеленом. Вот такая веточка золотая за 79 рублей. Очень красиво переливается. Здесь еще есть вот такие кристаллики. Еще есть вот такая веточка. Тоже очень красивая. Украшение елочное подвесное. Калибри за 79. Клипсы новогодние 6 штук за 59 рублей. Цветочки на клипсе 2 штуки. В золотом и в голубом цвете за 59 рублей. Птички на клипсе 2 штуки за 100 рублей. Есть розовый цвет и белый. Украшение елочное на клипсе бабочки. Здесь 2 штучки 79 рублей стоят. Есть белые бабочки и серебристые. Бусы новогодние 2,7 метра. Тоже разных цветов. Фиолетовые, розовые, голубые, белые. Белка на ветке за 149 рублей с шишечкой. Новогодняя декорация 2 штуки. Сердечки золотые и красные. Декорация новогодняя елочка за 149 рублей. Ангелочки по 249. Набор елочных украшений 9 штук. Звездочки за 79 рублей. Стрекозы 2 штуки в наборе за 99 рублей. Есть несколько цветов на выбор. Золотые. И вот такие вот оранжевые. Совушки за 59 рублей. Посмотрите, какие милашки. Украшение новогодняя подвеска 26 сантиметров за 79 рублей. Такие звездочки. Вот такая вот совушка за 79 рублей. Украшение елочное подвесное за 79 рублей в виде домика и елочки. И вот такие вот шары новогодние 6 сантиметров, 4 штуки за 99 рублей. Еще есть вот такие елочные шарики по 3 сантиметра диаметром, 12 штук, 79 рублей в синем цвете. Украшение елочное совята 2 штуки. Такие вот милашки. Тоже 2 цвета на выбор. Новогодняя декорация бант 3 штуки за 99 рублей. Розовые и красные. Игрушка елочная подвесная за 79 рублей. Вот такой вот олень, пингвиненок и лисичка. Гномики на лыжах за 79 рублей. Сосульки по 59 рублей, 6 штук в наборе. Подвеска, сердечко с Новым годом. Украшение елочное 17 сантиметров за 79 рублей. Декорация новогодняя подвесная за 55 рублей в виде снежинки с шишками. Ух ты, какая красота! Украшение елочное 3 штуки за 79 рублей. Такие кристаллики со снежинками. Декоративная подвеска 10 сантиметров за 55 рублей. Олень в золотом цвете и в серебряном. Да, еще есть елочки в золотом цвете и тоже в серебряном. Подвеска новогодняя в виде елки за 99 рублей. Вот такая веточка за 79 рублей с ягодками. И еще есть веточка с белыми ягодками.
Вот такая вот еще есть композиция за 79 рублей. Ангелочки с кисточками, тоже подвеска за 55 рублей, 22 сантиметра. Сани деревянные за 59 рублей. Набор для упаковки подарков за 59 рублей. Снежинки за 149 рублей, 3 штуки в наборе. Набор подарочных мешочков 11 на 15 сантиметров за 39,50. Здесь 3 штуки. Есть несколько вариантов на выбор. Золотые, серебристые, голубые, желтые со звездочками и там еще красные. Тоже со звездочками. Бантики новогодние в синем цвете, в наборе 3 штуки за 59 рублей. Очень милая белочка, это тоже подвеска за 59 рублей. Декорация елочная 3 штуки за 199 рублей. Гель искусственная 45 сантиметров за 99 рублей, есть зеленая и белая. Вот эти елочки просто суперские, размер 38 сантиметров за 300 рублей. Какая же она классная, эта елочка. Гирлянда новогодние шарики за 300 рублей. Есть два варианта на выбор. Елка настольная светящаяся, высота 25 сантиметров за 249 рублей. Посмотрите, какие милые елочки маленькие с шариками за 199 рублей. Наборы елочных игрушек. Здесь 17 штук за 149 рублей в золотом, в розовом и в серебристом цвете. Вот такой набор стоит тоже 149 рублей. 5 сантиметров, 10 штук в наборе. Вот такой набор стоит 299 рублей. Здесь 12 штук, 6 сантиметров. И набор за 149 рублей. В наборе 3 штуки, 8 сантиметров. Это вот эти шарики. Вот такие очень красивые шары. За 149 рублей 3 штуки в наборе. Здесь 18 игрушек за 249 рублей. Новогодние наклейки. Деревянный конверт за 55 рублей. Переводные светящиеся картинки за 55. Декорация новогодняя подвесная в виде сердца. Есть в сером цвете и в голубом. Наклейки новогодние за 55 рублей. Шар фольгированный новогодний тоже за 55. Занавес за 79. 1 на 2 метра размер. Вот эти очень красивые игрушки за 199 рублей. 4 штуки. Веночек 7,5 сантиметров. 55 рублей стоит. Есть розовый цвет, серебристый, золотой, красный, зеленый и синий. Веночки за 249 рублей. Очень красивые. Есть два варианта. А эти за 249 рублей веночки. Золотой, серебряный. Ящик для новогоднего подарка за 199 рублей, деревянный. Вот такие красивые коробочки. Вот размеры и цена. Они все идут в золотом цвете. Рядом еще есть вот такие красивые коробочки за 99 рублей. Разноцветные коробочки тоже по 99 рублей. Красивые квадратные коробочки за 149 рублей. Вау, посмотрите, какая красота! Подарочные коробочки за 149 рублей в розовом и в сером цвете. А эти подарочные коробки уже были в прошлом году, они по 199 рублей. Еще одна новинка, свеча новогодняя в подсвечнике за 79 рублей в серебряном и в золотом цвете. Свечи новогодние шишки за 99 рублей в наборе 4 штуки в золотом и серебряном цвете. Набор подвесных украшений в наборе 6 штук за 79 рублей. Они деревянные. Новогодние гирлянды. Здесь 20 ламп за 149 рублей. Здесь, значит, холодный белый цвет и мульти разноцветный. Гирлянда новогодняя 2 метра за 99 рублей. Здесь разные. Вот такие снежиночки, кружочки, похожие на шишечки. И вот как леденцы круглые. Гирлянда новогодняя елочки. 2 метра за 149 рублей в белом цвете. Электрогирлянда шарики 20 ламп за 249 рублей. Детский набор елочка за 149 рублей.
Набор для творчества за 149 рублей. Вот его размера. И так он выглядит. Еще есть вот такой вот набор для творчества. Носок за 79 рублей. Ободочки новогодние. Вот такие вот оленьи рожки. Зайчьи ушки по 79 рублей. Наконечник на елку светящийся за 149 рублей. Звезда. Вот такие веточки красивые. Серебристые, золотые по 79 рублей 30 сантиметров. Вот это очень красивая новогодняя декорация в виде листика. Здесь две штучки за 55 рублей. Золотые и серебристые. Новогодние носки. Один стоит 59 рублей. Наверное, вот этот. И белый вот такой стоит 100 рублей. 40 сантиметров. Это прошлогодние носки с лисичками за 199 рублей. 40 сантиметров. И носки новогодние 45 сантиметров за 199 рублей. Голубые и красные. Колпаки новогодние. Одни по 199. Это вот эти. Они такие плотные, с длинным наконечником. И вот такие по 79 рублей. Красные и синие. Магнит новогодний за 59 рублей. С символом года зайчик. Кролик. Вот такие вот еще есть календари за 79 рублей. Игрушка-елочка сборная 65 сантиметров за 199. Такая веточка очень красивая с ягодками-хлопком за 149 рублей. Пазл предсказания за 79. Вот такой магнитик с символом года. Гирлянда новогодняя 2 метра за 200 рублей. Еще есть вот такие маленькие гирлянды на батарейках. Вот это 10 метров за 199. Еще есть вот такая 2 метра за 99 в виде сосулечек. Гирлянда 2 метра с кристаллами за 99 рублей. И вот такая вот со снежинками. Размер 2,2 метра за 199. Это прошлогодняя гирлянда металлик 2 метра. Есть два цвета на выбор, золотой и медный. Новогодняя гирлянда капельки за 199. Вот такая вот. Новогодняя гирлянда шишки с сердечками за 249. Гирлянда леденцы. Размер 2,1 метр. Вот такие еще есть гирлянды красивые с прозрачными шариками за 199 рублей. 2,2 метра. Лента новогодние декоративные за 59 рублей. Ширина 6 сантиметров. Размер 2,7 метра. Лента новогодняя. Ширина 3,8 сантиметра. Длина 3 метра за 59 рублей. Вот такие ленточки за 79 рублей. 6 сантиметров. Ширина и длина 2,7 метра за 79 рублей. Спрей для декора окон и зеркал за 149 рублей. Есть вот такие еще спреи. Золото-серебро за 149 рублей. И вот такой еще золотой спрей за 199. Стеклянные елочные шары 6 сантиметров за 59 рублей. Открытки новогодние вот такие за 33 рубля. Посмотрите, какая милота. Вот такие зайчики, символ года, за 79 рублей. Игрушки. Милашки. Мне вот этот очень понравился. Набор новогодних наклеек. Звездочки, 8 штук, 79. Вот такой наборчик. Здесь 10 предметов, 249 рублей. В одном цвете. А это вообще красота какая. Декорация новогодняя подвесная за 100 рублей. Вообще прелесть, да? Декорация подвесная кролик. Они тяжеленькие. Они по 79 рублей. Бенгальские свечи. Вот эти за 59 рублей. 16 сантиметров. 6 штук. Такие бенгальские свечи за 39,50. 17 сантиметров, 6 штук.
наклейки новогодние. Три кота за 59 рублей. Елочки за 249 рублей. Подсвечники за 299 в двух цветах. Минажницы елочки за 349 рублей. Белые, темно-розовые и розовые. Кружечки 370 миллилитров с символом года за 99 рублей. Очень милые. Еще есть вот такие красивые кружки. 330 миллилитров за 149 рублей. Есть несколько вариантов на выбор. Вот такие милые зайки за 199 рублей. Гномики за 249 рублей, 29 сантиметров высотой. Новогодние салфетки за 99 рублей. Все одинаковые. И вот такие вот дощечки новогодние маленькие за 99 рублей. С зайками. Пакет подарочный новогодний за 55 рублей с оленями и со снежинками. Они небольшого размера. Дождик за 55 рублей. Размер 48 на 90 сантиметров. Есть несколько цветов на выбор. Привезли новые женские шарфики. Вот такой стоит 199 рублей. А этот за 249 рублей. Еще есть вот такие платочки за 249. Яркие палантины. Новогодние женские носочки. Бутылка для воды 450 миллилитров стоит 149 рублей. Блюдо сервировочное 20 сантиметров за 79 рублей. Коробка складная, размер 25 на 25 и на 25 сантиметров за 149 рублей. Есть несколько цветов на выбор. Еще одна новинка, фартук, размер 72 на 68 сантиметров. Цена на него, к сожалению, не указана. Щипцы кухонные 30 сантиметров за 149 рублей. Лопатка кухонная за 79 рублей. Нож керамический 26,5 сантиметров за 249 рублей. Кисточка кулинарная, высота 20 сантиметров за 59 рублей. Щипцы кухонные 22,5 сантиметров за 99 рублей. Кисточка кулинарная за 59 рублей. И лопатка за 59 рублей. Подставка под чашку 8 сантиметров за 55 рублей. Подставка под ложку из дерева за 79 рублей. И вот такую ситечку 7 сантиметров за 49,50. Еще появились вот такие новые складные коробки с ручками. Размер 33 на 38 на 33 сантиметра. За 199 рублей. Они такие плотненькие. Несколько цветов на выбор есть. Синими цветочками, желтый. Еще одна новинка. Корзина для белья. Размер 35 на 42 сантиметра. Но цены пока нет на них. Еще одна новинка. Коробка складная. Размер 32 на 14 на 12 сантиметров, 6 ячеек, стоит 79 рублей. Текстильные рюкзачки за 349 рублей. Так, размер 19 на 26 сантиметров и ширина 9 сантиметров. Три варианта на выбор: бежевый, серо-голубой и розовый. Привезли новые текстильные шоперы в белом цвете с надписями, с длинными ручками. Так, сейчас скажу размер. Цена 249 рублей, размер 30 на 40 сантиметров и высота ручки 26,5 сантиметров. Ширина сумки 7,5 сантиметров. Здесь вот такой, еще с котиком. И все. Привезли новую коллекцию органайзеров для косметики. Вот такой органайзер стоит 199 рублей. В общем, органайзеры по 199. Вот такой органайзер коричневый. Шестью ячейками. Есть еще розовый и белый. Вот такой еще органайзер есть. Кругленький. Тоже в розовом, белом и в кофейном цвете. И вот такие вот огромные органайзеры на ножках. Наверное, за 249 рублей.
В общем, три цвета на выбор. Розовый, белый и кофейный. Коврик влаговпитывающий, универсальный. Можно использовать как подложку для цветов. Коврик автомобильный, для обуви, для домашних животных, на балкон и место хранения. Размер 38 на 50 сантиметров, 179 рублей. Есть желтый цвет, зеленый, синий и красный. Очень красивые новые коврики привезли, большие, по 299 рублей. Приблизительно размер 1 метр на 50 сантиметров. Светильник, ночник светодиодный, работает от батареек, они в комплект не входят, стоит он 249 рублей. Я уже вернулась домой, хочу показать, что купила в магазине Fix Price. Взяла вот такие красивые новогодние наклейки, размер 31 на 31 сантиметр. Вот такие красивые снежиночки. Они белого цвета и красиво переливаются на свету. Еще мне понравились наклейки новогодние, размер 35 на 18 сантиметров. Здесь олень, елочка. Очень красивые наклейки. Еще взяла новогодние подарочные мешочки. Мне понравились вот такие серебристые звездочки. В наборе идут 3 штуки, размер 11 на 15 сантиметров. Мешочки я уже тоже распаковала. Мне они очень тоже понравились. Такие красивенькие. Небольшого размера. В состав полиэстер и ПЭТ. Они так красиво переливаются. Там были разные цвета. Затянула мешочек. И вот так он выглядит. Включила вспышку, чтобы показать, какой он красивый. Очень выгодная и полезная покупка. Вот такая коробка складная. Мне понравилась со цветочками в синем цвете. Размер коробки 33 на 38 и на 33 сантиметра. Коробка сама по себе плотная. И размер очень хороший, достаточно большой. Я уже собрала коробку. Вот так она выглядит в собранном виде. Очень большая, вместительная. Качество хорошее. Коробочка мне понравилась. Еще я взяла себе вот таких милашек. Двух кроликов. Один оставлю себе, другой на подарок. Так, давайте достанем. Они сидят вот в таких маленьких сумочках бумажных. И вот так они красиво выглядят, переливаются. У них вязана шапочка, милашки. Так, сейчас я скажу вам состав. Состав керамика, полиэстер и бумага. Выполнены они очень хорошо, красивые. Такого милого зайку можно подарить как дополнение к подарку. Еще мне понравился вот такой подсвечник со свечой в серебристом цвете со снежинками. Еще я распаковала подсвечник, выбрала себе вот такой серебристый со снежиночками. Внутри идет свечка. У нее есть аромат, знаете какой? Вот как мужской дезодорант, например, Нивея, для бритья, вот средства. В общем, мужской аромат. То есть, если вы ее подожжете, она будет еще больше пахнуть. Потом, когда свечка сгорит, подсвечник я оставлю. И потом можно сюда вставлять просто маленькие свечки. Будет тоже очень красиво смотреться. Я ее купила на Новый год. На этом мое видео подошло к концу. Большое спасибо, что досмотрели его до конца. Если оно вам понравилось, то ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал и всем пока!